Всем привет, зрители моего канала «Сад Чекалина, Сызранский район». Сегодня хочу показать, какое средство приобрел от букашек, жукашек, таракашек для наших деревьев и кустарников. Это название препарата «Конфу Супер». Пришло оно вот в такой литровой упаковке. Начнем сначала рассказ. Заказал я его на Вайберис. Пришло оно вот в такой тоже, ну, как бы, мягкая прокладка. Заклеено все было. Осторожно, стекло. Ну, пришло, конечно, вот в таком состоянии. Помятое, но сухая. Ничего не текет. Здесь была, ну, это лямочка такая специальная. То есть, что стоит все новое, целое. То есть, свернули мы ее. Вот, открыли бутылку. Тут стоит тоже такая прокладка. Она заклеена. Ничего не текет, все сухо. Все проверили. Там на месте открыл я, проверил все. Заказывали я, как говорил, по Вайберсу. Цена этой бутылки была 5000. Нам со скидкой досталось за 3. Она литровая. Разводить будем 5 миллиграмм на 10 литров воды. Ой, это нам посоветовали в садах, в хвалынских, там садоводы, кто применял уже это средство не первый раз. Мы будем работать им, ну, как они меня угощали, как бы им, там чуть-чуть пробовал я, но этого было мало, там даже на полсада не хватило. Но мы будем работать им. Вот доделывать будем смородину, обрабатывать, и там вишню, ой, черешню чуть-чуть у нас оставалось, и это абрикос. Средства мы менять будем разные, потому что привыкаемость, если долго использовать одно средство, они, жучки, червячки, привыкают. Короче, вот так вот все пришло. Вроде все бы рассказал, показал. Что еще-то я не знаю. Ну, короче, прежде чем заказать, конечно, я посмотрел комментарии, отписался, смотрел. Такой «Конфу Супер» только у одного продавца на Вайберис. Ну, не знаю, но заказал, короче, на свой риск и страх. Короче, пришло вроде нормально. Там коммент пишет, все нормально там вроде. Ну, будем пробовать. Не знаю, подделка, не подделка. Тут, видите, блямба какая-то сверху. Вот, дата выпуска 14.01.22. У нее срок гарантии 3 года. Ну, короче, будем стараться израсходовать. Ну, думаю, весной она вся уйдет. Тут сад большой. Обрабатывать же несколько раз будем. Ну, то есть нам на следующий год немножко хватит. Будем чередовать. Ну, все, не знаю, что забыл, может, что-то не забыл рассказать. Вы пишите комментарии. Также пишите, кто какие средства использует. Сегодня работать не буду, уже темно, приехал вечер. Кто какие средства использует, может быть, какие-то другие есть еще средства, более сильные, более качественные, пишите, будем смотреть, рассматривать, читать, анализировать, даже, может, будем пробовать их. Ну, в общем, ждем ваши комменты. Также не забываем подписываться, распространять наше видео, также смотреть его не забывать. Ну, естественно, ставить нам класс, лайки и подписываться на наш канал «Сад Чекалина, Сызранский район». Ну и всем пока. Удачи, ребята.